Друзья, всем привет! Мечта любого покупателя – это всегда классный, идеальный продавец, который про автомобиль расскажет все. Короче, чтобы не ходить вокруг да около, мы сейчас имеем Ford, Ford Mustang. Один человек давно мечтал о таком автомобиле, а другой человек рассказывает про автомобиль. То есть мы видим американский автомобиль, у него самая крайняя история – это то, что у него битый бампер, битая фара и слегка крыло. Но человек рассказывает, что машина крашена практически вся, кроме двери, по-моему, и крышки багажника. Если человек рассказывает про автомобиль столько, то нам интересно, что же он скрывает внутри. Именно об этом сегодняшнее видео. Доброе утро, Валентин, один авто. Да, я, если что, на месте уже. Сейчас будем смотреть Ford Mustang 16 года, двигатель 3.7. Машина с минимальными практически повреждениями пришла в Украину. Посмотрим, как сделали. Если сделали достойно, то будет интересный вариант. Смотрим наш Мустанг в буче. У нас идет дождь, но мы спрятались на моечке. Все здесь у нас вроде бы получается. Значит, по передней части автомобиля у нас был удар вот в эту часть. Капот у нас отрихтовали. Отрихтовали на троечку, покрасили на троечку. Скажем так, вот место основное. Бампер поменяли. Здесь все стоит на месте, все красиво. Решетки все на месте, радиаторы на месте. Здесь все хорошо. Из неприятного у нас есть лопнувшая решетка под габаритным огнем. Надо будет поменять. И у нас погнут усилитель. Он вогнут, его надо менять. Он не ремонтируется. Фары остались родные, оригинальные. С ними здесь все хорошо. Крыло переднее, правое у нас красилось. Из-за чего? И вот здесь вот основное место рихтовки крыла. Когда после ДТП капот нашел на крылья. И открыли капот и, соответственно, погнули уголки крыльев. Диски у нас восемь стоят отличные, не царапанные, нормальные. Резина у нас зимняя, надо будет ее уже выкидывать. Мне говорят, что ты топишь за CarVertical? Друзья, все очень просто. Вот для тех, кто занимается автомобильными вещами, для них все просто и очевидно. В разных местах можно достать разную информацию. Допустим, если отчет Carfax, то можно понять, сколько раз машина битая была, где она обслуживалась, но там нет фотографий. Можно с другого ресурса достать фотографии. CarVertical – это интересная тема, потому что все находится в одном месте. И благодаря вот этой машине я вижу, что она заехала в Украину тупо со скрученным пробегом. То есть мы понимаем, что когда машина встала на регистрацию, ей скрутили без малого 50 тысяч. И вот этот вот, Юлия Ивановна, досвидос, и в этом помогает CarVertical. К слову, по промокоду 1авто, ссылочки будут все внизу, вы получите 20% скидку на каждый отчет. А если отчет приходит пустым, то, естественно, понимаете, что денег вам возвращают. Красилась стойка, зеркало у нас целое, не деформированное, без сколов, ну, покрашенное, кстати, подкрашивали его, и вот уже у нас лак начинает облезать. Это было у нас первое ДТП. Второе ДТП, насколько мы понимаем, это была дверь, порог и заднее крыло. Значит, дверь здесь у нас рихтовалась и красилась вся. Здесь можно твердую четверку по качеству покраски поставить. Вот в этом месте у нас вот есть сжимок. Место рихтовки, покраски. Дверь у нас, не знаю, дверь не дверь, но сам факт то, что у нас или столб здесь, наверное, был, который, на который здесь наехали, он поломал предыдущую целую накладку и вмял у нас порог. Вот, вот здесь вот есть вмятина. Ну, рихтовать, соответственно, здесь не стали. Ну, и я тоже не вижу смысла, чтобы здесь что-то делать. В остальном порог здесь целый, он не крашеный. Здесь все отлично, все хорошо. Из дефектов у нас лопнула карта дверей, и вот видно место ремонта двери самой. Здесь у нас ничего не разбиралось, не красилось, все здесь заводское. По самой карте здесь все хорошо, по торпеде, панели приборов здесь все нормально, здесь все отлично. Текстильные сиденья слегка затертые, но не критично, здесь все хорошо.
потолок целый, черного цвета, с ним все нормально. Дальше, здесь у нас тоже все хорошо. Единственное, вот тут есть пару трещин на подлокотнике, кожзам у нас лопнул, надо будет перешить, наверное. И плюс у нас вот есть это ремни, побитости на накладке имеются. Не знаю, кто здесь поместится, конечно, на заднем диване, но ковши здесь просто отпадные. Крыло заднее здесь просто слегка подкрашенное, попередутое, только лаком вскрыли его, здесь страшного ничего нету. Вот здесь вот уже подкрасили, здесь, наверное, царапины было или что-то упало, потому что здесь, вот особенно на горизонтальной поверхности чуть больше, видно, что здесь подкрашивалось. И красилась у нас крыша. Крыша у нас не то, что красилась, она еще у нас рихтовалась. 1700. 1400. Крыша крашена, и вот эти стойки у нас тоже крашеные. Такое ощущение, судя по тому, какой слой шпатлевки неравномерный, то здесь, я думаю, что-то падало такое, рассыпалось на нее. Причем она так интересно пожмаканная, как будто вот что-то так, не то, что в одном месте что-то упало, а так вот что-то такое. Да нет, так чтобы град такой, конечно, тогда бы стекол не было на ней, с таким градом. По крыше самое интересное, здесь очень большое количество шпатлевки вот в этом месте, но здесь усадки вообще нет. Здесь усадки нет, хотя тут толщина там больше 2,5 мм. Здесь где-то минимальное количество шпатлевки, усадка есть, я не могу понять. Как будто разные люди красили. Странно. И здесь поверху. Как-то интересно, она шпатлеванная. Крест-накрест. Ладно, в любом случае, самое главное, она у нас не провисшая, хотя чуть-чуть есть. Здесь была, скорее всего, какая-то царапина, крылышко вот это дунули, но покрашено очень хорошо вот это крыло. А вот здесь, получается, ремонт двери был. Это другой какой-то был. Еще, может быть, даже в Америке? В Америке, в Америке, я думаю, да, потому что это как бы, ну, оно совершенно по-разному покрашено, смотрю. Они так красиво покрашены, ну, дверь видно, что снималась, ограничитель, то есть. И она не крашеная, то есть, ну, заводская. То есть, и реально вот что-то именно с дверью случилось. Рихтовка и куска нету этого. Но самое интересное, здесь вот все заводское и не крашеное. То есть я даже не знаю, как так вышло с этой дверью, что с ней было. Она откручивалась от петель, петли сами не трогались, то есть дверь снималась. Вот здесь вот следы рихтовки видны по двери, но сам порог вот в этом месте, он целый. И в заводском покрасе. То есть, я, может быть, эта дверь, конечно, с другой машины совсем уже. Тут что-то с той случилось. Это с какой-то бэушной что-то переставили. Я не могу пока сказать, что здесь было. Но сам факт, что дверь здесь бывалая такая, хорошо бывалая, а порог тут, ну, по нему вообще претензий нету. По характеру повреждений мы понимаем точно, что был залет не только в 2019 году, как мы видим, и в 2020, где слегка было повреждено в одном случае слегка крыша, а в другом передняя часть бампера и с левой стороны. Мы имеем еще вгашенную правую сторону. Вот этой информации нигде нету. И причем есть понимание того, что дверь была настолько повреждена, что дешевле было ее купить. Ну, скажем так, с разборки, либо же новую, но я думаю, что это дверь с разборки, ее просто прикрутили и все. И в очередной раз большой поклон парню, который продавал этот автомобиль. Так вот, хорошо или плохо то, что стоит дверь практически идеальная? Ну, друзья, естественно, хорошо. Когда дверь понивечена, як буду российский на украинский мове, изувеченная дверь, когда стоит, ускоджена, это тоже украинскую мову. Коли дверчатка стоять пошкоджені, то це набагато гірше, ніж коли вони стоять рівнесенькі, нормальні. От з одного автомобіля скрутив, на інший прикрутив. А, красота! Дальше бампер задній здесь отлично. Здесь с ним все хорошо. Крышка багажника у нас целая. Накладка целая, камера у нас целая. Выхлоп у нас тоже достаточно чистый, не маслянистый. По крышке багажника здесь у нас тоже все нормально, все заводское. Здесь она не снималась, по крышке багажника вопросов нет. Проемы здесь тоже все нормально. Заводской штамп, заводские точки, герметик. Здесь все отлично. Накладка задней панели у нас, вот она, зацарапанная. То есть тут какие-то грузы таскали. Острые предметы, но она не лопнувшая, и это уже тоже хорошо. Здесь у нас все целое, все нормально, следов удара не вижу. Здесь без вопросов, без претензий. Крыло заднее, левое у нас рихтованное, и вот здесь есть у нас усадка.
Вот она виднеется. То есть, ну, это по-хорошему, я думаю, скорее всего, надо будет передувать это дело. Здесь арка у нас тоже была притертая. Ее рихтовали, красили. И вот здесь вот уже шпатлевочка чуть-чуть отпадает. Колодки. Здесь по подвеске все отлично, насколько вижу. Но опять же, единственное, что вот тут вот от выбитости уже краска слазит. А вот здесь надо будет иметь в виду на будущее. Да, вот шпатлевка начинает отпадать. И вот уже тоже потек лака. Крыша в этом краю. Вот она тоже рихтована. Здесь не бьется больше 2,5. Стекла у нас оригинальные, здесь все хорошо. Дверь у нас заводская, целая. Проем у нас чистый, красили крыло заднее вот по вот этот кант. Руль у нас тоже в заводской оплетке, он не перешивался. Карта дверей здесь целая, здесь все нормально. Крыло переднее левое здесь тоже, оно поддувалось. Вот здесь вот был заломчик, подшпаклевывалось и красилось. Но вот здесь вот когда красили, вот здесь вот получается лак уже начал облазить. Ага, вот тоже лак облазит. Фары целые, кстати, не потеют, это хорошо. Здесь все хорошо, заводская точка, капот снимался, ну тут такое. По двигателю с этой стороны все сухо, красиво. Масло в уровне, жидкости тоже все в уровне. По ремням тоже все хорошо, сальник сухой. Так, сейчас заведем двигатель, сейчас почитаем электронику, посмотрим. А светится давление в шинах, там датчиков нет, да? Нет, братья, вы их сняли, они... Их не было. Их и не было там даже. Это очень хорошо. Ну, масло тоже такое. Опять вот 20 фордовская чисто, да, я понял. Ну, да, вот. Просто оно дорогое, вот, люди обычно... Приехала, да, в основном, ну, только такое масло. Ну да, это то, что вот надо. Это... Ну, здесь запотевание только с под горловины вот это вот есть. Вот. Ну, это когда заливали, чуть-чуть, может быть, перелили. То есть, это как бы это ерунда. Катализаторы, там, спорт, какие-то прошивки, ничего не делали, все оно в стоке, именно в... Вырезанный. А вырезанный, вырезали, да. Угу. Перепрошили, соответственно, ну, ее, да, убрали, полностью, да, все. Это тоже на топ-левеле сделали, угу. Ее чипанули или просто... Нет, от... ничего не чиповали. То есть сейчас мощность осталась та же, только катализатор отшили, да? Вогнутый усилитель, который нужно будет менять. Накладки здесь все стоят на месте, заводские у нас. Несущая конструкция здесь целая, она не пострадала. У меня там начались какие-то подозрительные скрипы с левой стороны. Мне казалось, что это ходовка. Я приехал на G-Tuning, там полностью все перебрали, говорят, да не, по ходовке все четко. Скрип это долго не могли найти. И вот этот скрип, они сказали, издает вот этот вот усилитель, да, он рихтованный получается. А он не дорихтованный, да, он с двухваренной. Он на шарнирах на таких, говорит, вот этот один шарнир, говорит, он иногда подскрипывает на переездах. Да, его надо усилитель поменять, потому что его рихтовать я не вижу смысла. В принципе, все, можно ехать на СТО, смотреть ее дальше. Смотрим наш автомобиль снизу. Значит, начнем с задней части. Что здесь у нас? Здесь у нас все отлично, все красиво. Есть небольшая притерность на бампере, но здесь все целое, все хорошо. Здесь вопросов у меня нету. По задней панели тоже у меня вопросов нет. Здесь ничего не билось, не красилось, не ремонтировалось. Лонжероны задние чистые, сухие, красивые. Глушитель сам тоже нормально висит, здесь все отлично. По втулкам стабилизатора тут тоже вроде все хорошо. Здесь все нормально визуально. Сейчас мы еще допроверим здесь подвеску сзади. Ну, вроде бы все здесь визуально все красиво. Редуктор сзади не течет. Следов разборки его не видно. Глушители тоже не мятые, в хорошем состоянии. Пороги у нас здесь, вот, особенно правую сторону, обратим внимание, здесь все отлично. Здесь следов ремонта. Варки, сварки, покраски здесь не видно. Здесь все в оригинале стоит. На роботе машина не стояла, тоже следов захвата здесь не видно. Гофры здесь целые, все хорошо. Здесь из того, что есть, вырезанные катализаторы. Машина перепрошитая по коробке, тоже ни подтеканий никаких нету, ничего. Здесь все отлично. По подвеске что мы нашли? Стойка стабилизатора правая, это точно. Небольшие лифты, вообще только начинающие. Вот эти шаровых, да? Да. Ну, это шаровая, она же рычаг. Ну, понятно. Продо... Вот этой? Вот. Ну, вот это больше. Но это тяжелее мне проверить сейчас. Ну да, надо хотя бы одну сделать тогда. То есть в любом случае в этой что-то есть уже, да? Есть, да. Легкая-легкая, но из этого на выворот так может быть какие-то там... Щелчки. Ну, вроде бы, как я больше слышу с этой стороны. Вот мне, ой, мне кажется, вот с левой. Щелчки обычно, если, допустим, у нас здесь, ну, так как у нас задний привод, у нас
Гранат нет, значит, на шарфе можно брать эту шаровую. Рулевая рейка тоже красивая. Лонжероны здесь передние целые снизу по всей длине. Что справа, что слева, здесь все хорошо. Нет такого. Нету, да, такого здесь? Там есть такой люфтай. Получается, в любом случае, начинать надо нам, мы меняем со стойки стабилизатора. Да. Мы так проехались, в принципе, такого ничего не услышал. Это что, машина тяжелая? Мы тут мало проехали, 50 метров. Не пойму, походу это вырвано. Да. А, ну. А, ну да, уже пошел, да, его отлаиваться пошел. А с этой стороны тоже такой же. Он. Да, порвал. У нас получается амортизатор, да? Задний этот потекший. Задний правый. И на больших рычагах. Да, 400 люблока насчитал. Да, вот раз. Вот эти, вот этот. И получается вот эти, да, у нас тоже. Вот сюда посмотрите, вот сайлентблок. Вот видите, он же, он его уже разорвал, это сюжет, то есть как бы надо будет его менять по-хорошему. Ну и этот с этой стороны чуть меньше, но так та же самая, тоже начали куски уже с него высыпаться. И в этих вот такая же история, этот тоже меньше, этот больше. То есть с этой стороны, как я смотрю, или больше попадало этой стороне, потому что тут шоу же начал, он уже выслаиваться, он уже. Скажи, а мы на яму сможем тогда заехать, еще попробовать ее пошатать? Может, тут мы ее раскачаем, чтобы, может быть, послушаем стук, наверняка этот стук или нет, хорошо? Да. Все, отлично. Какой вы хотите проверить? Вот этот, который самый больше разбитый, насколько он сейчас гуляет. Ну, не на отбойнике, с этой стороны он не упирается. Еще в отбойник, опять же. Вот ага. Наоборот, я его не могу поставить. А с этой стороны, ну понятно, да, это понятно. А с этой, вот, вот с этой. С этой. Что ты по упругости скажешь? Такие одинаковые, да? Они одинаковые, да. Ну, не чвакает как бы пока что. Не чвакает. Лишние болты эти вот не откручиваются, да? Они откручиваются здесь 100% еще. Верно. А она с Америки приехала. Ты же видишь, она вот так там. Она даже. Да, крутится. Я думаю, открутится еще. Ну. Тем более они крученые уже были. Ну, если крученые, кто-то там даже думался смазать их. Вообще не сомневаюсь. Ну, и навряд ли у нас такое кто-то делает. Цена вопроса. Все зависит от того, насколько. Я понял. Так машину выдерживаем. Стойку стабилизатора поменять надо будет. Так она идет плавно, все отрабатывает. Опять же, вот этот только треск. И когда с поворота выходишь, выравниваешь там, то есть или кузов кренится, вот этот щелчок, этот надо устранять его. Да, конечно, блин, парни могли бы получше покрасить. Вот здесь вот усадки, конечно, пошли по крылу. То есть шпатлевка, если посмотрите вот отсюда, если. Ну, смотрите, вот эту усадку по-хорошему как бы можно полирнуть, попробовать. Ну, просто непонятно, какой тут слой лака, чтобы оно не... Это, да, чтобы не протереть его. Потому что на черном цвете оно сразу будет видно все. Она переоцененная чуть-чуть. Добре. А зараз на рынку можно чи знайти в Києві там, ну, щось більш цікаве? Ну, просто це, з такою ціною, я так розумію, що не буде. Це треба буде їхати десь по Україні, так? Ну, наверное, да. По Києву їх мало вообще, как бы 3,7 там їх вообще там... Штук 15 всего, и все там они, цена там, есть там по 20 тысяч, но я не вижу смысла за 20 тысяч за нее отдавать. Вот 1014 бы она стоила вот с этим ударом бы, было бы, то есть можно было бы закрыть глаза на эти вещи. По-хорошему ставить новую резину, надо сайлентблоки менять. Этот, вот этот щелчок, он, мне кажется, непростой щелчок. Можно вот с этим усилителем, не факт, что это сам усилитель вот этот. По автомобилю что-то стучит. Что стучит, мы понимаем, что это жесткий металлический звук. Предварительно это подрамник. Но смотрели подрамник, с подрамником все хорошо. Есть понимание, что где-то это может клацать лонжерон. То есть машина, когда идет на изгиб, то, короче, вот эту штуку надо найти, что это щелкает, что это клацает, потому что это может быть такая пятикопеечная история, а может быть такая пипец дорогая. Но для этого нужны несколько другие ресурсы, и для этого нужно
немножко по-другому осматривать автомобиль, а у нас вот в данный момент времени такая задача не стоит. А для того, чтобы осмотреть дальше, до этого история не доходит. Поэтому что стучит, что клацает, мы сейчас можем только предполагать. Но точно могу сказать, что звук это нифига не хороший. А хороший звук всегда вылезет наружу. Ну, наверное, уже у другого собственника. Он возникает именно когда машина кренится. То есть мы ездили по ровной дороге, ну не по ровной, а прямо ездили по неровной дороге. Его не было. Он возникает именно когда машина вот разворачивается, в поворот входит, то есть как бы вот, вот когда кузов максимально кренится, да, и он деформируется максимально. Надо это надо разбирать, ездить, смотреть, менять. Вот было бы хорошо, если бы он поменял, вот устранил бы, и можно было бы тогда. И плюс к тому, что она по факту не крашеная, у нас только крышка багажника, дверь. Ну, тоже как-то. И это как бы ну, мы не можем рекомендовать. То есть смотрите, у нас набежит, если там какими-то запасами, то есть больше там $1000, это точно, от $1000 это точно сюда надо будет вложить. Если вам все-таки она зашла, эта машина, нравится, например, да, можно предложить так, устраните, я, то есть, готов туда ее забрать за такую-то сумму, например. Поэтому подумайте. Так, ну я почу, я, ну, я зрозумел, главное, что я зрозумею ситуацию. Да. Вот, и там же буду там вирішувати. Чи там переплачувати за неї. Ну, я розумію, що це переплата 3000, ну, на раз. Да, і, да. Было бы 1500-2000, меньше было бы вообще. Я разумею, что я купил. Да, вы, то есть максимально тут понятно, да. Мы все увидели. Хорошо тогда. Если честно, анализируя ситуацию в общем, есть подозрение, что парень приобрел этот автомобиль. Ну, это не точно. То есть у нас нет информации, что он его купил. Это был в рамках разового осмотра. Разовый осмотр – это когда мы выезжаем и все рассказываем про автомобиль до момента. Все, стоп, хватит. Либо же я его беру, либо же не беру. Если беру, то мы его смотрим все равно до конца. Если не беру, то зачем его смотреть дальше, когда мы понимаем, что это уже все сопли и это неинтересно. На всякий случай напомню, что есть у нас еще эксперт на день. Это когда мы выдаем технического специалиста. Садитесь с ним в машину, либо же он сам садится и путем видеоотчетов и рассказывал про весь автомобиль. Несколько автомобилей, вот сколько сможет в одной локации плюс-минус посмотреть за день, столько он посмотрит. Ну, а выбор под ключ – это когда мы сами занимаемся от начала до самого конца тем, что мы и выбираем автомобили, мы их анализируем, мы их смотрим, отбраковки мы выкидываем. Короче, нам нужны вы только на конкретных ключевых моментах. Мы здороваемся тогда, когда вы говорите «да, я хочу», а прощаемся с вами тогда, когда на автомобиле стоят номера. Но что касается вот этого автомобиля, мы здесь рекомендацию не давали, потому что тут может быть злая шутка. Посмотреть дальше было не нужно на тот момент. Но у меня есть подозрение, что этот парень приобрел автомобиль. Может быть не этот, может быть другой, но так или иначе этот автомобиль уже продан. Друзья, на сегодня все. С вами был Николай Тарануха, Киев, компания 1авто. Всем удачи на дорогах. Всем пока-пока. Что сказать в конце? Ставьте лайки, подписывайтесь. Ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте обязательно колокольчик.